какая-то неуверенность, что ли, в завершении атаки у СКА. Когда ты мало забиваешь, ты теряешь уверенность. И вот мне кажется, что вот эта неуверенность Качок может уйти после того, как лидеры начнут забивать. Ткачев, сегодня гол и результативная передача. На самом деле это очень важно, вот бросать в касание. Даже не то, что бросать в касание, а вывести игрока на бросок в касание. Именно точной передачи, потому что там, ну, как-то в ноги можно отдать. Тот, кто бросает, подстроиться тоже может. Да, интересно вообще. Герц Анкипанс показал, что планшетка ему уже больше не нужна. Бесполезно что-то рисовать на ней. Тут уже голая мотивация. Кета в третья шайба. А что выбрасывать сейчас? Менять вратаря? Нет, совершенно очевидно, что вратарь тут ни при чем. И самое главное, что другой вратарь, Ренис Лепинш, ситуацию уже, ну, не поправит. Это точно, ему всего 18 лет. И нужно дать поиграть Ворису. Да, пожалуй, я соглашусь здесь, просто учитывая то, что Лепинш, ну, он попал вот просто поскольку в команду. Он до своего дебюта в КХЛ даже не успел еще в МХЛ дебютировать, чтобы вы понимали.